террористические акты, политические разногласия – все это проявление недовольства населения страны. Давайте здесь, ему не дадут уйти! Я сказал под прицел! Почему здесь, в свободной стране? Что толкает людей на кровопролитие во имя убеждений? Почему в эпоху процветания нации антиправительственные выступления резки как никогда? И что будет, когда период процветания минует? Все меньше людей участвует в выборах, все больше принимает участие в сопротивлении. Я-то знаю, во что это выльется. И как долго еще мы будем закрывать глаза на эти цифры? Джефф Бриджес. Не думал, что мне будет этого не хватать. Тим Робинс. Мое настоящее имя. В политическом триллере «Дорога на Арлингтон». В эту субботу на ТВКоме.